Приветствую вас. Я отвечу вам на вопрос с позиции нескольких, а именно двух. Это будут две разные позиции, которые, по сути дела, имеют диаметрально противоположные направления и совершенно разное восприятие как ребенка, так и на самом деле того мира, в котором ребенок живет. А в первом случае, если вы считаете, что только вы можете знать и понимать, что вашему ребенку нужно, если вы считаете, что ребенок вот сам ничего не должен познавать, что он не может ничего познавать, что он вот строго к 18 годам только, да, может там вот, ну, что-то начать сам делать, и то под вашим присмотром, и так далее, то в таком случае, конечно, вам необходимо к ребенку подойти и сказать, что вот ты знаешь, я увидела там вот то, что ты делаешь, и это неправильно, это плохо, и я запрещаю тебе там, например, пользоваться гаджетами, я запрещаю тебе там использовать интернет в своих, значит, ну, в своих целях и так далее. Вот. То есть вы, по сути дела, говорите своему ребенку, что вот так нельзя, что он не прав, что вы как бы сами знаете лучше вообще, что ему делать, как ему делать. Вот. И это на самом деле позиция, она, ну, ничем не хуже, не лучше другой, которую вы можете выбрать. Только нужно понимать, что в этом случае вы несете ответственность за своего ребенка в большей степени. И вы лишаете его свободы в этом случае. Вы лишаете его свободы развития собственного. Вы лишаете его непосредственности и естественности, я бы сказал, познания мира таким вот, как он есть изначально, этот мир. И опять же, я хочу, чтобы вы постарались понять меня правильно, что это не есть хорошо, это не есть плохо, это не есть хорошо. Это просто ваш выбор как родителя, и все, по сути. То есть нету хороших вариантов здесь, нету плохих вариантов здесь, есть просто выбор. И вот если вы делаете в эту сторону свой выбор, то ваш ребенок в итоге, может быть, вас послушает. Но для этого вам нужно донести до него, почему вы это запрещаете ему, и что вам и двинет, чтобы у него не образовалось ощущение, что вы его просто подавляете, что вы ему что-то запрещаете. Вот. То есть здесь нужно все прям вот досконально объяснить, если вы собираетесь так поступать, вот, донести до ребенка свою мысль. И, в общем-то, изо всех сил постараться, чтобы ребенок понял, что ваш запрет – это не запрет как таковой, а забота о его счастье, о его личности, о его здоровье, о его психике и так далее. Вот. Это первая позиция. Вторая позиция, она находится на принципиально ином полюсе, и заключается она в том, что вы принимаете тот факт, что ребенок уже является подростком, по сути дела, и как любой подросток в этом возрасте, он познает мир. И познает он мир свой,
который вокруг него спонтанно, волнообразно и, собственно говоря, делает это так, как умеет. Вот как умеет, так он мир и познает. И то, что произошло, это нормально, это естественно. И это свидетельствует о том, что постепенно ребенок делает свои первые шаги во взрослый мир. Хотите вы этого или нет? Здесь я бы на самом деле в рамках этой позиции вообще ничего бы говорить ребенку не стал. И никак не обращать внимания на этом тоже бы не стал. Потому что, ну, объективно это что-то новое для вашего ребенка, объективно это что-то интересное для вашего ребенка, объективно это что-то, видимо, не совсем такое вот позволительное, опять же, для вашего ребенка. И именно по этой причине вызывает интерес. Если вы сейчас будете это ребенку запрещать, то сработает вот тот самый эффект запретности, когда то, что запретно, то очень значит, сладко, и к тому, собственно, ребенок стремится. Чтобы этого не было, чтобы таких вот элементов поведения у вашего ребенка не было, нужно очень аккуратно себя вести и вообще этого не замечать. Но смотреть на то, как ребенок себя ведет. То есть смотреть на то, как ребенок действует, как ребенок разговаривает, с кем ребенок общается и так далее. И если вы увидите, что ребенку непосредственно наносится вред, но только именно ребенку наносится вред, не вам, не какой-то гипотетический вред, который может быть нанесен, а может и не быть нанесен. Только если вы увидите реальный вред от того, что, собственно, ребенок делает. Вот если реальный вред вы увидите, вот тут да. Тут уже нужно будет с ребенком поговорить. Но не о том, что произошло. Потому что то, что произошло в современном мире, это нормально. Это естественно. В этом нет ничего необычного. Как таковое вообще. Это нормально в данном случае. С ребенком нужно разговаривать не об этом, а о эффекте того, что произошло, о том, как это повлияло на ребенка. И говорить с ним нужно об этом только в том контексте, чтобы он сам себе не вредил. И все. Это в том случае, если вы позволяете ребенку самостоятельно познавать мир, даете ему определенную свободу и относитесь к нему как к личности. Как к личности и как к будущему человеку, который будет однажды жить без вас. То есть, если вы стараетесь ребенку привить чувство самостоятельности и чувство ответственности за свою жизнь. Вот это вот хороший очень способ проверить. Насколько ребенок может нести ответственность за свою жизнь, насколько ребенок осознает то, что он делает, насколько он может распоряжаться своей самостоятельностью. И если вы видите, что он делает это плохо, ему это будет помочь. Его нужно будет направить в нужное русло, его нужно будет подкорректировать, но сделать это на основе доверительных, партнерских отношений. Но ни в коем случае в данной позиции, в рамках данной позиции, ни в коем случае не в контексте какого-то принуждения, запретов, давления или чего-то еще в этом роде. И
Для этого необходимо, чтобы вы доверяли друг другу. Чтобы ребенок вам доверял, чтобы вы ребенку доверяли, чтобы между вами было доверие, чтобы между вами было общение и так далее, и так далее, и так далее. И надо сказать вам, что нет правильной позиции. Есть, как сказать, ваш выбор. Есть то, что вы посчитаете лучшим для себя. То, что вы посчитаете более близким себе. Это будет правильно. Вот что посчитаете близким себе, то и будет правильно. Я хотел бы, чтобы вы только помнили о том, что на первом месте у вас вы и ваше представление о том, каким должен быть ваш ребенок, или ваш ребенок сам по себе, как отдельное индивидуальное существо, как личность. Вот в зависимости от ваших установок, в зависимости от того, как вы определяете свои собственные ценности, вот в зависимости от этого и будет решаться этот вопрос. То, как вы его решите, то, какую модель поведения вы выберете, именно исходя из ваших ценностей. Это для нас неприемлемо вообще подобное. Вы считаете это чем-то аморальным, грязным, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, будет логично, если вы это ребенку донесете и запретите ему. Тем самым вы как бы свою ценность попытаетесь через ребенка реализовать. Если вы это будете, если вы не будете этого делать, вы не будете собой, вы не будете чувствовать себя свободно. А это значит, что будет скрытая агрессия по отношению к ребенку. Вряд ли кто-то от этого выиграет. Например, нужно быть честным с собой, в первую очередь, и честным с ребенком. И все. Вот спросите себя, как вы элементарно относитесь к тому, что произошло. Вы сами. Как вы считаете для себя, что это? Нормально это или нет? И если ответ будет отрицательным, то донесите до ребенка это. В зависимости от той позиции, которую я вам привел. И все. И все. Это единственное правильное решение в данном случае. Потому что если вы будете действовать не по той позиции, которой вы придерживаетесь, и если вы будете действовать против себя, то вряд ли ситуация будет улучшаться. То есть даже если вы, например, придерживаясь свободных отношений с ребенком, да, воспринимая его как личность, даже если при этом вы скажете ему, точнее ничего говорить не будете вообще, но при этом сами для себя вы будете испытывать по этому поводу переживания, что отношения с ребенком испортятся, потому что вы не будете честны с ним. И из-за этого ваши отношения станут хуже. И ребенка своего вы можете потерять в плане доверия. И возникает вопрос, а стоит ли оно того вообще, чтобы столь серьезно влиять на ваши отношения с ребенком? Вот об этом я и рекомендую вам подумать как следует. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.